Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Парк Юрского периода. Награды какие-то у нас тут уже созрели. Так, открыли наборы карточек. Собрать еды, использовать ускорение и собрать моды. Собрать моды — это в первую очередь. Давай, за ДНК. Крутим рулеточку и смотрим, что нам здесь достанется. Так, превосходство. Увеличивает бонус к показателю атаки за преимущество класса с 50 до 150%. Задание выполнили. Так, все, да? Здесь нам ничего не надо. Награду забрали. Так, собрать еды, использовать ускорение, принять одну битву в PvP-сражениях. Кстати, по поводу еды. Опа. И этого не хватило, да? И этого не хватило, чтобы выполнить задание. Замечательно. Ладно. Собираем монеты в округе. Здесь-то у нас что? Ирритатор. Да, друзья мои. Я скрещивал. Так, забираем. Какой уровень? Угу. Ну что, прокачиваем до 30-ки и пускай он идет на эволюцию. Я думаю, что, наверное, не будем тратить. Нет, это потратим, но не будем тратить баксы. 47, хотя... А, давай сделаем. Так, ирритатор, ты... Блин, ты где у нас? Твою налево, вот так всегда. Ладно, соберем деньги. Пока есть возможность. Значит так, идем на ПВП. Сейчас, сражение. Посмотрим, что у нас там на событие. Так, все, нет? Нет, еще не все. Так, ДНК. Хапнем. Так, 5 лямов. Что-то я этот барьер никак не перепрыгнул. Так, здесь еще еда, да? Задание, по-моему, выполнили. Ну, вроде как все, территория. Блин, еще 7 часов будет делаться. Да-да, это за новый уровень, который я получил. Как ты видишь, у меня уже 39-й. Так, еду собрали. Покормите не менее 4 динозавров. Ну, поехали, начнем кормить. Раз. Кстати, надо не только кормить, надо еще гладить. Потому что у нас там есть задание погладить и покормить наших динозавриков. Хоп, хоп, сразу же. Как говорится, два задания сразу делать будем. Так. Есть. Это, я так понимаю, с кормежкой, да? А, погладили мы. Так, использовать ускорение, использовать... Слушай, сколько нам еще нужно? Блин, еще двух динозавров нам надо скрестить. Еще двух динозавров. Давай-ка сделаем с тобой по Шурику. Ну что, друзья мои, как-то так, как-то так. Теперь делаем сороковочку. Слияние. Что я и хотел, да? Диплокаулус. 200 ДНК. 80 долларов. И это будет долгая песня, да, у нас получается. О, ну иди справься там пока. Это будет долгая песня по поводу скрещивания. Ладно, ладно. Нам придется ждать, друзья мои. Посмотреть результат. Эволюция не завершена. Понятное дело. Не буду я больше тратить. Пускай он сам, ребята, доходит до эволюции. Не будем мы тратить доллары. Их и так фиг. С одним не найдешь. Так, что здесь? Опять что-то показывают мне. И что? И что тут? Тут ничего нету. Что вы мне хотите тут? Не знаю. Так, ксифактин нам нужно выводить, да? Нам нужно также выводить лептоклейда, докозавра, суперзавра.
Ну, для чего ребята выводить, чтобы они хотя бы у нас были именно в коллекции, чтобы они не торчали здесь. Так, есть одно местечко у нас свободное. Для кого? Кого мы будем с тобой выводить? Нам никто и не нужен, в принципе, пока. Так, ну что, давай смотреть. Схватка уровня 39 доступна. Битва. Ну-ка, и кто тут у нас? Ты серьезно? В плане 31 минута. Ладно, берем этого и против летающего возьмем... Орликозавр, наверное, будет жирно, да, для него? Возьмем стегозавра. Ой, тихо, тихо, тихо. Возьмем еще скалозавра. Вот, я думаю, так будет оптимально. Ну что? Гиганотозавр у нас. Гиганотозавр. Я думаю, надо брать защиту. Хотя надо было бонус взять. Он меняет. Он поменял. Ну и мы с тобой тогда тоже поменяем. Вызываем скалозавра. Берем бонус. Ну что, ты решишь атаковать меня, да? Меняет. Ты пробить меня не пробьешь, но две атаки можешь нанести. Ну что же, нам придется опять поменять. И здесь мы можем, кстати, его, наверное, нахлобучить. Попробуем. Надеюсь, блин, все-таки поставил одну защиту. По-моему, нам крышка. Друзья, 260, две атаки. Окей, гаденыш. Ну что, влупляем по полной. Не поможет тебе это все. Пшел прочь. Так, ну а вот с этим, ребята, будет тяжеловато нам. Хотя у него 111 хп. Ему придется все сливать. В общем, в любом случае мы с тобой его победим. У него, он оставил себе одну очку всего лишь, да? Но даже если на защиту, мы все равно его прожучим. У нас 58 к атаке. Все. Адьюс, амиго. Молодец, молодец. Красавчик. По-другому и быть не могло, согласись. Ну что опять-то там, а? Кто опять взбудоражился? Код 19. Давай посмотрим. Тропиогнат, что ли, или кто? Нет, это не тропиогнат. Так, 5 ДНК. Окей. Давай далее. Хорошо. Ну. Тынь-тынь-тынь. Ну что, еще что ли будет одно испытание? Ну да. Все, надеюсь. Идеальная поимка. 220 опыта плюс ДНК. Так, кстати, нам нужно с тобой, наверное, еды заказать здесь. Окей. Что еще? Все вроде бы, да, пока. Давай дальше двигаться. Випка. Без ограничений. Хм. Терезинозавр. Зухамим. Что-то как-то больно мощно тут. Так, я хотел, знаешь, что сделать? В ПВПшку сыграть. Но в ПВПшку я хотел сыграть Кайнезойская. Нет, Кайнезойская эра. Слушай, а по событиям у нас... Так, битва редких. Победить семерых противников. Птерозавры. Пернатые предки. Дрожь земли. Я в лиге выживших. Блин, опять меня понизили здесь. Секундочку, подожди-ка. Пернатые предки, это столкновение.
Как думаешь, подтянем? Если устрою здесь батл. Давай рискнем, а? Так. Терезинозавр, да? У нас есть эрликозавр, но я думаю, не надо ставить его. Возьмем с тобой ютирануса. Это вот против этого. А против Зухамима надо взять... Это что ли? А, блин, кого взять против Зухамима? Можем взять тиранозавра, в принципе. Давай так и поступим. Что? Блин! Че, два птерозавра нужно в любом случае? Так прокатит? Не прокатит, ни шиша. Так, блин, это получается, что... Три поединка. Ребята, фигня получается. Бегство, победите 7 противников. 7 противников, я имею в виду, просто победить или нельзя проиграть? Награда серебряная. Что у нас вообще здесь может выпасть? Стоит ли вообще драться здесь? Да как тебе сказать? Нет, в принципе, не обязательно. Спинозавр здесь есть. Метриорин, которого у меня нет. И пару злов тоже у меня нету. Только ради них. Ладно, короче, надо ПВП пойти бомбануть. Давай, наверное, вот эту вот кайнозойскую эру. Хочу посмотреть. А, мамонт у меня не... Давай-ка мамонта прокачаем до 10 уровня. Я хочу, ребят, посмотреть, насколько он хорош в поединках. Так, где у нас мамонт? Вот он. Новый уровень. Шикарно. Выглядит прикольно, друзья. Так, ПВПшка. Кайнозойская эра. Погнали. Так, возьмем с тобой. Вот так. Чтобы все были разные. Так, и, наверное, вот так. Давай подеремся. Посмотрим. Киллинкен. Ух ты, ух ты. Смотри, гигантский олень. Такие прикольные, да, животные. Упс. Так, у нас вот это только может разрулить ситуацию, да? Да, против этого, конечно, даже бронтозавр наш проигрывает. Посмотри, он сейчас звезданет две атаки и все. Он так и делает. Блин, я не смогу его победить. Я не смогу его победить. Хорошо, сделаем вот так вот. Что-то задумался, что там думать. Тоже, ребята, он пошел делать в бонус, да, все. Что, меняем тогда? Что делать-то? 320 к атаке. Посмотрим. Так, у него защита была. Ну, давай глянем, что ты будешь тут придумывать. О, попался, голубчик. Хорошо. А чё попался-то? Хотя, ну да. Мы его выносим. А дальше-то как быть? О-о-о, кабанчик прискакал. Фига ты, кабан. Блин, сейчас оленя возьмет. Нет. Так ушатал. Так, ну что, две атаки. Раз, два. Проверим. Так, ну ты должен вырубить его. Так, и вот олень. 503 хп. Ё-моё, нет, ребят, не получится у меня его ушатать, к сожалению.
Он олень, а я еще юнец. Я олененок. Конечно, сейчас пропишет по полной программе. Аж ноги подкосились. Ну, видишь, я захотел сэкономить. Я не думал, что здесь будет вот такой вот разбор сразу же. На мощных бросят. А, видишь, они бросили. Так, ПВП-шку я сделал. Так, используйте в сражении три разных класса динозавров. Ну, насчет трех разных классов динозавров, это можно уже пойти на события. Только редкие. Тут что у нас? Монеты, 75 тысяч. Вообще не интересует. Вот это я хочу попробовать, друзья. Так, ну что, поехали. Возьмем птеродактиля. Возьмем метриакантозавра. И возьмем капразуха. Эрликозавра. Семерых нужно победить. Так, ну что, начало неплохое. Каритозавра мы с тобой сейчас бомбанем с удара. Так, этот тоже нам ничего не сделает. Нундазух. Пускай там не прыгает даже. 16 урона нанес. Ладно, давай в ответочку ему. Так, и вот так. Оу, твою налево, даже надо было так попухнуться. Ладно, пускай наносит две атаки. Сколько там? 40 урона. Ты такой наивный, ты думаешь, я... Так, он, надеюсь, не две? Нет, не две. Одну поставил в защиту. Так, что у нас там дальше идет? Аллозаврик появился. Со своими 48 атаками. Ну, давай. Три из них он прописывает. О, паршивец, а. Ну, паршивец, а. Готов. Следующий у нас пахицефалозавр. Явился, не запылился. Угу. Не тут-то было. Три он слил. Раз, два. Раз, два, три. Один. Адьюс. Так, велоцираптор выходит. А потом нундазух будет, да? Ну, велоцираптор тоже нам здесь особо ничего не сделает. Ага. Так. Раз, два, три. Раз, два. Да, ну быть такого не может. Я думал, что он все в очки вливает в дополнительный, но нет. Неужели сейчас все в атаку вольет, а? Не все. Два очка он оставил себе, да? Два очка он себе оставил. Давай так попробую. Отлично, я его расколол. Так, выходит у нас капразух. 28 атаки. Я тебя умоляю. Это тебе не поможет, парень. Так, раз, два. Раз, раз. Угу, значит, все-таки очки берет, да? Последний. Астафрикозавр. Только не говори, что он все взял в защиту. Нет, все, ему крышка. Ну, здесь справились. И слава богу. Да? Эта птичка мощная. Против таких. Ну-ка. А сколько там нужно было поединков сделать? Три. Так, а, теперь восемь, да? Восемь противников. Ну что, берем, наверное, капразуха. Ютирануса возьму.
Хм. Бразуха и тиранусы. Нондазухи, пастазухи. Все какие-то зухи. Ну, давай так вот сделаем. Не знаю, ребят, не уверен, конечно, в выборе своей команды. Но с первым поединком вроде бы фартануло. Давай ушатывать его. На-ка. Так, дальше у него кто там идет? Стегоцефал. Тоже не особо сильный. Что мне делать? Промолчал. Проверочка. Так, ушатываем. А, ушатываем. Какое там ушат? Нет, ребята. Блин, плохо. Ну, еще раз проверим. Угу. Значит, 2 очка он сюда, да? На своего капразуха сливает. Но он не прокачанный. 1 уровня. Ну сколько? 200? Что-то вообще ничего не стал делать. Да куда он копит-то все эти очки? Ага, никуда не купит. 2 оставил себе, да? 1. Неужели влупит по полной? 160 влупил. Так, 3. 1, 2, 3. Сделаем вот так. Блин, фигня получается. Фигня, ребята. Так, он ничего не стал делать. 1, 2, 3. 1, 2. Вот так попробуем. Ага. Значит, он 2 бонуса берет. А почему 2? 1. Но у нас 2 защиты. Так, у него опять, да, все переходящее идет. Смотрим. Так, он взял блок даже больше, да? 3. Неужели сейчас хочет влупить по полной? Это бесполезно. Он... Так, 4 нанес, да? 1, 2. Мне придется все сливать, чтобы его подбить. Допустим. Так, дальше выходит пастазух. Ну, здесь он меня ушатает. Друзья, здесь он меня, конечно, сейчас бомбанет. Сейчас посмотрим, как у нас эти. Отлично, 1 удара будет достаточно, но я на всякий случай возьму 2. Так, адьюс. Так, велоцираптор выбегает. Со своими 77 атаками, да? Хм. 1, 2, 3, 4. И вот так. Пока. Сейчас на этого все. Это уже редкие пошли. Зухамим. Йоу, парасоте. Юра, ютиранусу крышка, друзья. Жестко он, конечно, разобрался с нами. 2 атаки. Так, а у него такой же, да? Твою налево. Он все-таки хочет все сюда слить. Проверочка. Ага, ага. Хорошо влупил, ребята, очень хорошо. Придется добивать его. Блин, ну вот хватит ли у меня с этим справиться? 351 хп. Так, ребята, 1, 2, 3, 4. Все, сливаю. Да, только в этом случае получится у нас. Так, ну, по поводу этого я не боюсь. Этот со своими 44 атаки ничего нам не сделает.
Пускай даже хоть все сливает. Он, в принципе, и сливает. Ну, а мы его сейчас... Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Изничтожим. Вот как-то так. Но это-то еще не все. Впереди еще один, ребята, поединок. Только после этого мы сможем с тобой забрать награду. Давайте. Так, у нас с тобой остается летунок. Сколько ты? Блин, придется брать, ребят. Придется брать. Я даже не знаю. Ютирануса или тиранозавра оставить? Давай тиранозавра, фиг с ним. Ой, не хотелось бы, конечно, свылиться. Смотрим, топижара. Ну, топижару, ребят, на удар тут, понятное дело. Он даже ничего не сделает, даже пикнуть не успеет. Монолафозавр. 54 к атаке. Интересно, что он взял? Две защиты? Проверим. Нет. Он взял одну защиту и одно бонусное очко, да, получается? 77. 3. То есть влупит. Ну, 300 очей может отнять. Отнял, да, 300 очей. Теперь наша очередь. Отсюда пирораптор. Так, иритатор. Иритатор, точнее. Нифига, он какой тут здоровый. Так, ну что, нам надо, наверное, сделать на всякий случай раз, два, три. И вот так. Блин, переборщил маленько. Ладно, фиг с ним. Дальше. Микропозавр. 54 к атаке. 5. 4, если он влупит. 250 отнимет, да? Или больше там. 340 даже. Ну ты хмырь, конечно. Ну ты хмырь. Блин, просчитался. Он же все потратил. Зачем я сделал 2 атаки, если он все слил? Ну, он дозух выходит. 48 к атаке. Понятно, ничего не стал делать, да? 2, 3. Раз, два. Чтоб тебя. Обманул, гаденыш, меня, да? Ну что ж, давай посмотрим. Копит. Копит, гаденыш. Ну ладно, копи, копи. Сейчас этот, конечно, тут будет. Оу, у него дальше пошли летающие. 4 плюс 3, 7 на 63. Ну да, ушатает. Все сливает, естественно. Ну что, один плевочек ему достаточно будет, да, ведь? Один плевочек. Раз, два, три. Поехали. Ёпарсете. Почему я, блин, так просчитываюсь-то? Один плевочек. Вот тебе и один плевочек, ребят. Ничего не стал делать. Паршивец ты такой. Давай проверим так. Блин, да ты запарил, а. Сейчас он мне влупит, ребята. По полной программе, по ходу дела, да? Нет, 3 всего лишь. 3 и 3 у него остается, да? Значит, в наших интересах взять 4 к атаке. И защиту возьмем, на всякий случай. Так, и последний. Вот этот хлопчик вылетает. 134 к атаке. Все, он проиграл. Все, ребята, полностью, полностью все сливаем.
Иди отсюда. Пеликан тоже мне нашелся здесь. Есть контакт. Ну что, мы прошли с тобой это событие. Летающих наших птеродактилей этих. Ну, давай посмотрим, что нам тут выпадет. Велоцираптор. Ну, пускай будет велоцираптор. А что я могу сделать? Причем велоцираптора мы можем с тобой даже прокачать. Если я не ошибаюсь. А, нет, я ошибаюсь, ребята. Я думал, мы можем его поднять дальше по уровню, но нет. Слушай, подожди-ка, а что нам еще нужно? Мы с тобой одного гибрида сделали, да? А какого можно еще? Например, майюнгозавра. А, мы же видели, он же делается в этого. Валангозавра. А кого тогда можно еще скрестить? Ну-ка. Аргентинозавр, например, с кем? Стегоцефал, но у меня его нету. Стегоцефал один только есть, и все, больше он мне не выпадал. Дилофозавр, с кем ты можешь скрещиваться? С эрликозавром? Ты серьезно? Вот с этим вот 40 уровня? Эрлифозавр. Не знаю, ребята, эрликозавра ты еле получил одного, а он еще говорит 40 уровня скрестить. Что-то уж больно жирно. Кулазух, а ты с кем? Саркозух. Слушай, а саркозуха у меня тоже нету. Крутозавр получается. Ну, тиранозавр я не знаю с кем, даже не буду смотреть, этого тоже не буду смотреть. Так, ютораптор, например, с кем ты можешь? Со спинозавром. Спинозавра у меня, по-моему, тоже нету. Не ори. Что-то гибридов-то как-то у меня его. Стегозавр. Вот, можем мы что сделать с тобой. Стегоцератопса. Стегозавр. А стегозавр у нас на рынке покупается, да, по-моему? Спокойно. Сейчас посмотрим. По-моему, он покупается у нас. Или все-таки за ДНК? Нет, вот он. Бери, как говорится, не хочу. Только доллары подавай и все. В общем, я, наверное, сделаю трицератопса. Кстати, напишите, ребят, в комментариях, стоит ли мне делать вот это вот, вот этого гибрида стегоцератопса. Стоящий он или нет? Если не стоящий, мы не делать не будем тогда. А если стоящий, тогда будем. Что опять? Что опять? Ну пошли. Это у нас кто, Аланка что ли тут? Аланка горлопанка. Отлично. Раунд второй. Замечательно, еще 5 ДНК. Не кряхти. Замечательно. И идеальная поимка. Раз, два, три. Все. 220 опыта и 5 ДНК. Супер ДНК. Ну что, у нас, по-моему, с тобой ничего не осталось. Я имею в виду в плане. Ать. Ать. И у нас что? Открывается столкновение. Чемпион, набор. Блин, я только гляну на них, мне сразу плохо становится. Шунозавр, тиранозавр мод 2 и обычный тиранозавр. И все прокачанные. С этими бизонами я не знаю, ребят, как драться. Серьезно говорю. Я не знаю. Ну что, пойдем сюда вот в схватку поиграем. Погоди-ка, а та схватка-то вот, которая у нас была, она что, все что ли, прошла уже? Лига выживших. А, так она продолжается. Что я туплю-то? О, Рэй, ну ты даешь. Давай возьмем топижару, алангозавра и пастозуха. А меня сейчас накроют здесь, ребят. Нашел кого взять на лигу выживших. Меня сейчас тут в порошок сотрут, поверь мне. Ну, о чем я тебе и говорю. Просто сейчас стеру с лица земли. Если я возьму пастозуха.
Так, он сейчас поменяет на кого? На травоядника, наверное, да? Или будет бомбить? Гаргозавр. Да, он берет анкилозавра. Как ни странно. Еще и атаку нам делает. Ведь не побоялся же. Он одну атаку сделал, да? Одну. Посмотрим, что он будет делать. Ну, даже если он поменяет. Ага. Ну что, ушатываем, наверное, да, этого ханурика? Или как? Или меняем, потом ушатываем? У-тю-тю-тю-тю-тю. Давай, раз, два, три. Поехали. Я рискую, ребят. Все, ему крышка. Ну, бонусные очки передает вот этому охламону, да? Сколько там? А, ничего не... Слушай, ну этому достаточно по мне ударить два раза. Ха-ха, два раза. Будет ли он рисковать этим? Выбора-то нету. Да, ушатывает. Ну что, Алазавр, пора. Пора нам с тобой его ушатывать. Достаточно две атаки нанести. Раз, два. Так, а он все слил или... Что-то я не помню. Да, все слил. Тут моя невнимательность, блин, подводит меня. Так, ну и выходит Гаргозавр. Все, наверное, сольет в атаку. Сейчас глянем. Все сливает в атаку. Ну что ты, пижара, я не знаю, сколько у тебя там по атаке. Хватит. Нам этого хватит с лихвой. Поэтому в атаку. Бомбим. Солидно? А что я могу сказать? Я думаю, тебе тоже понравилось. Ты пижара, хоть и малыш, но справился со своим делом. Кстати, а ты пижару уже можно тоже с кем-то скрещивать. Ну и куда мы там попадаем с тобой? А мы так и остаемся в Лиге Выживших. Даже в охотники не попали. Блин, редкие убийцы там. Нет, конечно, я бы еще хотел поиграть, ребята, в схватки, но динозавров нету. Вот самое обидное, что нет динозавров. О! Блин, даже мы только что были здесь. Столкновение... Нет, очень много здесь всяких выборов, ребята. Но проблема в другом. Проблема в том, что у меня очень мало крутых динозавров. Если бы было бы штук 50, я бы тут с удовольствием бы дрался. А так... Ну как вот, ну что ты тут сделаешь? Видишь, все в откатах. Все топовые динозавры мои в откатах. А эти, извини меня, 20 уровня. Хотя бы 40-го были бы, да? Можно было бы подраться. Поэтому вот получаются такие вот коротенькие серии. Так, ну что, здесь мы с тобой выполнили, да, все? Давай открывай свой пак. 35 долларов. Ну и сам видел, что. И 260 очков доверий. Что ты там показываешь мне? Забрать. Прогресс по призам. Вывести трех водоплавающих. Соединить двух травоядных. Используйте не менее 30 существ категории хищник. Скоро-скоро мы тебя вот откроем, Джаггернаут. А потом этого открывать надо будет. Но это вначале нужно Джаггера завести, да, я это понимаю. Выполните несколько ежедневных задач. Уже 366 выполнили. О, неплохо, тут, кстати, 3200 сразу дадут. 3200 плюс мои 4. 7000. Еще потом 9000 набрать и откроем Джаггера. Как-то так. Это у меня в дальнейших планах. Ну что, друзья мои, главное, что вот здесь у нас диплотатор. Это, кстати, довольно неплохо. Это же будет у нас стихия амфибия, да? Как раз против хищников, я думаю, будет заходить на ура. Надеюсь на это. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.